Здравия желаю, братья и сестры, с вами, как всегда, Тенгер Кейн. Мы продолжаем проходить в Painkiller Highland Domination. И мы внезапно заканчиваем, да. Второй уровень, вторую главу. Третьим уровнем. Сразу бусфайт с Алестером. Никаких тебе стражников с гигантским молотом, никаких тебе болотных тварей. А именно Алестер, вот так вот сразу. Я, кстати говоря, сразу скажу, уже пробовал попытку одну записать. Этот уровень. Но у меня почему-то, не знаю, ОБС сказал, пошел нахуй. Да, ОБС сказал, пошел нахуй. Поэтому вот я перезаписываю. Битва с Алестером на этот раз реально. В этой игре, в этом полуремейке, полусиквеле. Реально, куда эпичнее получилось. Где он? Все, я его вынес. Он где-то сверху сейчас появится, да? А я не успел взять вот эту хуйнюшку. Отвали. Отвали от меня. Ах, тварь, попала. Да как ты попадаешь, свар, блядь, тварь, я имел в виду. Да, я время, короче, да, выбил карту Таро на 8-кратное увеличение скорости. Теперь гребаный флэш. Вот и все. Осталось только его самого добить. И все. А это были очень подозрительные звуки. Очень подозрительные. Ловец душ. Столько душ в одном месте. Отдай его мне.
Твой билет на свободу. Ева. Как думаешь, если я отдам его жнецу, он выпустит меня из чистилища? Ева, не заставляй меня! Я же сказала, я тебе не враг. Спасибо. Я хочу пойти с тобой. Зачем? Потому что жнецу верить нельзя. Я не хочу, чтобы ты снова страдал. Тогда пошли. Только не дергай меня. Ну, это уже у меня есть. Ну что ж, продолжим в следующий раз. А пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также, не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще, вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Да, вторая глава прям очень быстро прошли, всего 3 уровня. Вообще, такое ощущение создается, как будто игра вообще довольно быстротечная. Хотя, также надо учитывать, что здесь и DLC есть. Типа, возможно, DLC идет как еще и полноценное продолжение игры, а не как отдельное. Ну, вы поняли. Все, всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи. Берегите свое здоровье и помните, один путь, одна цель.